Ага, что у нас в рейтинге? А ты еще что за олень? Урон спецом принимаешь, без према, без голды. Чё, урон, прием. Ща ты в натуре примешь урон. Не понимают, блядь. Рук ТВ им скиллы открывает. Изучай, познавай управление хаосом. Повышай ваш рейтинг, блядь. Не хочу. Хочу жрать говно. Но как это возможно? Ты выигрываешь, не уходишь в минуса. Ты, если ты обнаружил, ты лох. А вот такое видел? Высший боевой транс. Берсеркер, блядь. У тебя вообще какой уровень экспириенса в игре? Небось один обнаружен. Забой на СТ. И заряжание голды, чтобы пробить Е100 в лоб. Какой экспириенс, какой хелсинг? Что ты, блядь, вообще несешь? Первый бой я провожу в состоянии Мингард, укутываясь в незримую вселенную укрытий. Я открывал ворота в Асгард, освещенные светляками, которых уже давно нет. Я контролирую союзников, я рисую стату боя в небесно-кровавые цвета. Четыре обнаружены, четыре уничтожены. Я натравливаю боль вселенной, выполняя ход конем против тьмы, построенный из сгустков и агоний, случайных поворотов башен. Мои бои видны творцам, дикая ход сверху. И теперь я должен смотреть на твои никчемные рейтинги. Ты хочешь знать, что творится в боях? Что ж, тогда я расскажу тебе.